Всем привет, ребята! С вами B16. Это пятое видео о том, как создать свой сервер в Rust Experimental. Сегодня мы научимся использовать режим бога, также называемый GodMod. Открываем консоль, вводим God, смотрим статус. GodMod выключен, давайте проверим. Взлетим повыше и упадем. Как видите, он реально выключен. Введем God1 и включим режим бога. Взлетаем, падаем. Взлетим повыше. Мы не получаем урона. GodMod работает. Если вам понравилось данное видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте делать репосты из моей группы ВКонтакте. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на паблик ВКонтакте, вступайте в группу в Стиме, подписывайтесь на Twitch. С вами был B16. Удачи!